Почти каждый, отправляясь летом на прогулку, по пути заходит за освежающим и бодрящим напитком, чтобы хоть немного охладиться и спастись от жажды. Чаще всего выбор делается в пользу холодного чая, лимонада или матчи, но универсальные вкусы уже надоели, хочется чего-то интересного и необычного. Если вы смотрите этот сюжет, вам крупно повезло. У вас есть уникальная возможность попробовать коллекцию напитков, разработанную Казанским федеральным университетом совместно с кофейней «Ранняя пташка». Обратились мы, значит, к ребятам из кофейни «Ранняя пташка» с идеей сделать какой-то интересный коллаб. Они говорят: мы как раз готовимся к запуску спешл-меню, хотите поучаствовать? Мы такие: да, хотим, это очень интересно, это очень клевый экспириенс и для нас, но как мы можем поучаствовать? Казанский университет, и в принципе Казанская научная школа, она славится очень многими учеными, которые совершали открытия действительно мирового масштаба. И захотелось как-то через их фразы, ну, вернее, не их фразы, а фразы, которые с ними ассоциируются, передать вот этот вот момент, вот это настроение. Мы придумали совместно такую историю про то, что казанские ученые, которые внесли свой вклад в мировую культуру, в мировую науку, и которые учились, жили в Казани, вот, мы сделали такую легенду, историю про то, как связать наши новые авторские напитки с их открытиями. И получился такой коллаб. Вот, и каждый из студентов, учащихся, преподавателей и всех, кто причастен к КФУ, может прийти в дни проведения этой акции и попробовать один из напитков по спеццене. На каждом напитке будет классный стикер. Это не только уникальный проект, позволяющий запечатлеть достижения ученых и напомнить студентам и жителям Казани о выдающихся именах, связанных с университетом, но и отличная возможность открыть для себя новые оттенки вкуса в бодрящих летних напитках. Коллекция состоит из 6 позиций. Каждая из них символизирует конкретного ученого и его вклад в науку. На самом деле здесь шла параллельная работа. Коллеги занимались тем, что собирали спешл, как раз-таки, то есть выбирали те вкусы, которые будут трендовыми в какой-то степени в этом сезоне. У нас все-таки такая достаточно специфическая погода, 36 градусов в тени, на всякий случай, да, напоминаю. Вот, поэтому это, в большинстве своем, охлаждающие и, естественно, охлажденные напитки. Коллеги занимались тем, что разрабатывали меню этих напитков. Мы параллельно вели работу над подбором ученых, над разработкой этого стикер-пака и над проработкой тех фраз, которые идеально ассоциировались бы с этими учеными. Всего мы сделали 6 авторских напитков. Вот. Это в основном летние прохладные напитки на основе кофе и без кофе. Все они готовятся на натуральных соусах, которые мы готовим сами, с добавлением различных фруктов, ягод, цветов и так далее. Напитки не только привлекают яркими и выделяющимися надписями, но и своими необычными вкусами. С холодком лета, айс-ти с арбузом и мятой, малиновая пироль, клубничный и дынный латте, матча-тоник с лавандой и эспрессо-тоник оранж. На вкус и цвет товарищей нет, но есть интерес к науке и гордость великих ученых, чьи открытия и изобретения изменили мир. Продажа коллекции в самом разгаре. Охлаждайся и развивайся вместе с напитками от «Ранней пташки» и Казанского университета. Приходи по адресу Астрономическая, 17, и выбирай своего фаворита. Кристина Атёкина, Тимур Ахметов, Универ Новости.